На сцене Большого зала Ленинского мемориала в рамках вечеров «Стэнвэй» выступила заслуженная артистка Республики Алания, лауреат международных конкурсов, пианистка Злата Чочиева. Сейчас Злата живет и работает в Зальцбурге и много гастролирует. Ульяновск она посетила в рамках большого турне по России. В первом отделении Злата исполнила музыку Баха в великолепной транскрипции русского композитора Сергея Рахманинова. К слову сказать, Злату Чочиеву называют прирожденным исполнителем Рахманинова. Рахманинов всегда был и любимым, и самым дорогим, в общем, композитором моему сердцу с самого раннего детства. Да, я стараюсь включать его произведения в свою программу как можно чаще и стараюсь осветить то творчество, которое, ту часть его творчества, которая осталась по каким-то причинам в тени. Также в первом отделении прозвучало 6 мазурок Шопена и Скрябина, которые редко можно услышать на большой сцене. Второе отделение было полностью посвящено музыке Рахманинова. Пианистка открыла малоизвестные страницы его творчества. В концерте поучаствовала молодая артистка из Ульяновска Мария Андреянова. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.